Овации зала, улыбки, детский смех. Именно так начинается и заканчивается каждый спектакль кукольного театра CNH. За 5 лет артисты по-настоящему успели влюбить в себя многих горожан. Их постановки – это всегда увлекательное путешествие в мир сказки. Ну а юбилейное шоу программы вместило в себя лучшее из лучших. В одно мгновение даже весь зрительный зал задвигался в ритме танца. Но главными, конечно, были театральные постановки. Одна из сказок, которую показали зрителям – «Волк и семеро козлят». Участие в этом спектакле приняли юные артисты. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молока принесла. Сейчас CNH – это не просто кукольный театр. В него также входят молодежная студия и школьный театр. В основном составе 32 артиста. Первый юбилей – это, конечно, хорошее событие, но впереди еще много интересного, говорит руководитель Василя Исмагилова. Новый проект – это антизависимость компьютерной технологии, гаджетов, чтобы дети сильно не зависели, и в том числе родители. Разрабатываем сценарий, уже скелет есть, через герои, через конкурсы, чтобы они задумались, что это очень на здоровье влияет. Есть еще интересные вещи, которые можно без телефона творить, радоваться. Поздравить юбиляра с праздником пришло много гостей. Особенными стали ребята из Рубахи. С этим центром у кукольного театра CNH уже давно сложились теплые и дружеские отношения. Очень благодарна кукольному театру CNH, так как они помогли нам в организации многих праздников для людей с ограниченной возможностью здоровья. Это праздник Новый год. Также совместно у нас проводился праздник Сабантуй в 2023 году. Его руководителю Василию Исмагиловне мы выражаем огромную благодарность и признательность и желаем дальнейших творческих успехов ее театру. Они непременно будут. Огромная армия поклонников, активные руководители, конечно, артисты, любящие свою профессию. Большего для покорения новых вершин и не нужно. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, новости НТР.